За стеклом мы смеемся. Что за бред они? Что за бред? Мурзилки, вы где? Мурзилки. Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем утренний эфир Авторадио МИАС. В адрес руководства Авторадио поступают многочисленные требования вернуть в утренний эфир Мурзилок Интернешнл. Их умный, интеллигентный юмор был визитной карточкой канала, отмечают слушатели. Для большей убедительности поклонники их творчества записали пародию, так сказать, пародию на пародистов. Смотрим. Глумились двое надо мною, и миллионами ребят. Всего осталось только трое, кто слушал тот бредовый чай. Как много их друзей хороших, на ощупь полтемноте. Руки веручками настроены безымянной чистоте. Крутили ручками настрой на безымянной чистоте. Зажглась панелька огоньками, как догоревшая звезда. Мурзилки лайф, вы вечно с нами, вас не забудем никогда. Мы не забудем, не забудем все шоу утренние те. Как хохотали до упала в самой лучшей чистоте. Как хохотали до упала в самой лучшей чистоте. Другие станции сушили наш мозг своею болтовнёй, и заманить себе спешили, но не сдавались мы с тобой. И как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. На Авторадио настроен самой лучшей чистоте. На Авторадио настроен на самой лучшей чистоте. Не часто снятся те ребята, Танюшка, Брагин и Захар, как по утрам они когда-то вели прикольный свой базар. И если их я не услышу звенящий этой пустоте, то буду я крутить настройки на безымянной чистоте. То буду я крутить настройки на безымянной чистоте. Вот